короче, крышку снял, чтобы можно было подлезть. Проигрыватель достал, завтра буду делать видео для объявления, а сейчас пока сделаю видео для вас, такое общее, краткое, обзорное. Сейчас вентилятор выключу. Крышку снял, чтобы подлезть можно было. Так. 33 оборота. Ага. Это старт опустить. Опустить головку. Раскручивание диска. Вот диск раскручивается. Строп показывает идеально просто. Все. Вот. Так, это у нас поднять головку. Опустить головку, поднять головку. А вот он, микролифт штатный. Так. А это что у нас? Я уже не помню. Так, это включенный с поднятой головкой. Так. Сейчас открою чуть попозже этот самый. Ну, давно не включал. Чуть попозже открою. Осмотрю пасик. Ну, пасик нормально еще должен быть. Вот подвес этот. Все, везде держит. Как студень полностью гуляет, как положено. Вот эта лампа, не знаю, что она дает, я так понимаю, просто подсветка, но она снимается отдельно. Как бы вот подъем лифта, ага. А здесь у нас как? Ну это ладно, сейчас у меня проигрыватель все равно не включен. Шел есть, он просто снят, он у меня там в другом месте, вот у того проигрывателя сейчас лежит. Тут трубка от этого тонарма. Это ладно, бог с ним. Сейчас сниму диск, продемонстрирую, что тут как сделано. Вот он. Так, это настроечная, что ли, это самая метки. Так, вот диск Torrens. Ой, не диск, а этот сам мат. А, это, видимо, балансировочные, что ли, метки. Я не соблюдал. Ну вот, по дискам все стандартно. Здесь тоже все стандартно. Так, пасик. Не, пасик нормальный, не это самое. Не гнилой, не рассохшийся. Нормально все. Держит. Вот он мотор, который работает хорошо. Ага, так. Так, что ли, снимается. Ага. Вот этот ведущий диск. А, это, наверное, для 45-ки вставка. Мне ее сейчас не выковырить. Ага, вот выковырил. Видимо, вставка для 45-ки. Вот здесь вот она стояла. Так. Подшипник просто конический, без шарика. Но масло это... То, что присутствует масло, это я уже капнул. Потому что он вообще сухой был, когда я взял. Так, здесь трогать, лапать ничего не буду. Вот. Поскольку все работало, все было хорошо. Ну вот так вот внутри под диском все устроено. Не знаю просто, что еще показать тут.
вот тонарм, двенашка, вот так вот тут сделано. Вот он ножевой. Но я не знаю, тоже тут что-то особенного смотреть. Двенашка и есть двенашка. Она в любом случае в комплекте идет с проигрывателем и полностью рабочая. 3012R, что ли. А сфотографирую еще отдельно. Вот так вот разъем здесь сзади сделан. Как я понимаю, родной разъем. А вот тут вот просто из дырки провода выходит. Межблочный провод с маленького тонарма. Вот. Вот такие вот углы. Так, это пыль собралась у нас. Кнопки цветные, я так понимаю, потому что они выцвели. Наверное, они должны быть одинакового цвета все. Вот. Но вот такой проигрыватель. Крышка вот полностью целая, петли целые, там все, покрышки целая. Вот она отдельно снята, чтобы можно было подлезть. Вот. Завтра, думаю, сделаю видео общее для объявления, чтобы, ну, освежить видео, потому что там у меня видео в объявлении некачественное. Вот так вот. Ладно, поставлю, как метка показывает. Не знаю, проигрыватель работал идеально. И вот эти вот все режимы автостопа, это тоже все идеально срабатывало. Но завтра буду включать полное видео с пластинкой. Делать полное видео. Ладно, на этом видео заканчиваю. И сейчас сделаю фотографии этого тонарма.